Здравствуйте, меня зовут Ксения Муртазина, я детский врач-стоматолог клиники премиум-класса Dental Fantasy. На сегодняшний день проблема раннего кариеса у детей очень актуальна, и актуальна она становится буквально начиная с грудного возраста. Причинами кариеса являются разные факторы, начиная с неправильного питания и генетической предрасположенности, заканчивая плохой гигиеной. У детей грудного возраста это, как правило, ночные кормления. И, безусловно, по всем параметрам лучше предупредить кариозный процесс, чем лечить его. Стабилизировать кариозный процесс можно только на самой ранней стадии, которая называется кариес белого пятна. Эту стадию, к сожалению, родители, как правило, у своих детей не замечают. Замечают уже, когда большая дырка, которая нуждается в лечении. Поэтому, если вы заметили, что у вашего ребенка зубы стали необычно белого цвета или в каких-то меловидных пятнах, это уже сигнал о том, что нужно показаться врачу-стоматологу. Для профилактики и стабилизации кариозного процесса в стадии белого пятна существует самый известный на сегодняшний день и доступный для использования в домашних условиях препарат, который называется ROX Medical Minerals, который возможно использовать у детей даже самого раннего грудного возраста, поскольку он не содержит фтор. ROX Medical Minerals является источником таких важных компонентов, как биодоступный кальций, фосфор и магний, которые очень хорошо укрепляют эмаль, стабилизируют кариес в стадии белого пятна и также являются отличной профилактикой кариеса. Этот препарат также снимает повышенную чувствительность эмали и очень эффективен после использования брекет-систем. И очень важно, что он безопасен при проглатывании. Длительность использования препарата составляет 2 месяца, но мы советуем, прежде чем применять препарат, читать внимательно инструкцию по применению. Будьте здоровы!